Всем здорово, народ, с вами снова я, Мэдрик, и продолжаем карьеру за Манчестер Сити. Самые дешевые игры, ключи, игровая валюта и другие цифровые товары только на плате. Именно здесь ты найдешь любой товар по цене ниже, чем у других. Этот магазин я советую лишь только по одному поводу, то что я тут всегда закупаюсь. И если ты тоже хочешь купить выгодно и без рисков, то советую перейти по ссылочке в описании. Спасибо вам, ребят, большое за поддержку. Вы меня просто мотивируете дальше делать ролики. Только жалко, что мой комп совершенно не понимает, что вы хотите контента. Он вечно зависает и может, например, отключиться во время монтажа, либо во время записи видоса. Да, компу нужно на пенсию. Ну а нам нужно играть. И также нам тут сообщают, что у Дибалы травма. Ну а Агуэро, наоборот, отправился от травмы. Так что пока временно убираем Дибалу, ставим на его место, наверное, Де Брюйне. А на место Де Брюйне, наверное, выйдет у нас Гюндоган. Ну и следующий матч у нас против Вестхэма, который идет на 8-й строчке. Будем играть основным составом. Я решил, что все-таки, ребят, стоит побольше очков набрать, а потом уже, наверное, почивать на лаврах. Погнали играть и надеюсь выигрывать. Премьер-лига Манчестер Сити Вестхэм. Ну и что ж, ребят, не будем откладывать все в долгий ящик. Погнали играть. Так, Де Брюйне. Де Брюйне бьет и... Адриан. Красавец. Габриэль Джезус бьет и мимо. Габриэль Джезус. Габриэль Джезус мячом бьет и опять мимо. Чё-то не везет сегодня Габриэлем. Габриэль Джезус. Так, хорошая передача могла получиться, но там, по-моему, Санчесу по ногам прилетело. Судья почему-то не увидел этого момента. Де Брюйне, Агбоне руками, по-моему, себя прикрывал. Но это неумышленно было. Так, отлично, Габриэль Джезус сыграл удар. И Адриан. Де Брюйне бьет и близко. Габриэль Джезус, Лерой Сане и выше. Не получается забить, попробую выпустить Стерлинга. Может быть, что-то получится сейчас. Не хватает Дибалы, наверное, мне. Де Брюйне, еще есть шанс. Еще есть, ребята, шанс взять победу в этом матче. Нет, все, нет уже шанса. Счет 0-0. Счет катал-катал, забить так и не смог. Да. Не зря они идут на 8-й строчке. Не зря. Очень тяжело играть. Припарковали автобус, из-за этого я не смог ничего сделать. Посмотрите на эту схему, это просто капец. Матч с Андерлехтом мы проводить сами не будем, доверимся симуляции. А вот, наверное, с Саутгемптоном, либо с Манчестером Юнайтед я проведу матч сам. Очень интересный получится матч с Манчестер Юнайтед. Это будет очень важный матч, в котором решится судьба чемпионства. Матч с Андерлехтом проведу в симуляции. Надеюсь, мы там сможем победить. И в итоге побеждаем с счетом 2-0. Забивает Лерой Сане и Уокер. Так, ребята, у нас тут интересная, короче, ситуация. Два матча идут один за одним. То есть, после матча с Саутгемптоном мы сразу играем с Манчестер Юнайтед, а потом играем с Свонси. Блин, это ж сложно. Даже три матча получается один за одним. Так, смотрим. Саутгемптон. Этот клуб идет на 10-й строчке. То есть мне с ним тоже надо будет играть самому. Да и с Манчестер Юнайтедом надо играть самому. А вот с Свонси мы потом симулируем. Что ж, сейчас я выйду вторым составом. Первый состав я потом воткну, кстати, Агуэро. И воткну Дибалу. Ну а сейчас будем играть вторым составом. Играем в облачную погоду. Этихад Стадиум. Легендарный. 5 минут. Погнали, пожалуй. Погнали играть. Премьер-лига. Манчестер Сити, Саутгемптон. Этихад Стадиум. Что ж, погнали. Погнали к победе, надеюсь. Нужно отрываться от Манчестер Юнайтед. Тем более, что скоро у нас с ними противостояние. Да, вторым составом будет сложно это сделать. Я это понимаю. Но хотя бы попытаться нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, браво. Давай. Да, очень тяжелая ситуация сейчас была. Хорошая передача на Бернардо Сильва. Бернардо Сильва, ложный замах, удар. И форсер. Сильва, подача, удар головой Джезуса. Это 1-0. Хотя бы так. Хотя бы так открыли счет этой встречи. Замечательная подача и какой красивый удар головой. Да, тут, конечно, было очень сложно Джезусу пробить, но он это сделал. Он молодец. Данило. Данило на фланге. Хорошо сыграл Данило. Если сейчас отдать передачу, еще в центр. Нет. Уже все видят. Все видят игроки. Так, выпустим Гюндогана.
И, пожалуй, ребята, выпустим, наверное... даже не знаю. Надо было еще кого-то поставить, чтобы Лапорт смог сыграть. И ладно, пока будет, пускай вот так вот. А дальше посмотрим. Так, хорошая передача на Диаса. Диас. Диас с мячом делает ложный замах. Диас сам проходит. Диас пытался пробить, но сложно. Габриэль Джезус бьет и... выше. Стерлинг, отличная передача на Диаса. Диас сам опять. Нужно отдать передачу, но немного не успеваем. Немного прям затягиваю с передачей с последней. И тут просто выход один на один можно организовать. Бернардо Сильва с мячом. Бернардо Сильва скорости хватило. Ну, посмотрите, что сделал Йошида. Он догнал, перехватил удар. Я больше не знаю, как сказать. Заблокировал его. Причем сделал это очень красиво. Стерлинг сам, Стерлинг. Стерлинг бей и гол. Да, 2-0. Второй состав сыграл очень хорошо. И как ему не больно было. Как ему не больно было проехаться пузом по всему этому. Но он сделал это. Посмотрите, посмотрите на этот момент. Стерлинг двоих обошел и как хорошо пробил в уголочек. Стоунс на Стерлинга. Стерлинг уже сам тут проходит с мячом на фланге. И вот можно что-то придумать интересное. Габриэль Джезус и Форстер. Ну и все, ребята, матч выигран. Отличный матч. Второй состав меня сегодня поразил. И в итоге лучшим игроком встречи признан Габриэль Джезус. И вот этот состав выйдет играть в Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити. Два Манчестера встречаются на Олд Траффорд. Играем в пасмурную погоду. Жду только сегодня победы. Я настроен побеждать. Премьер-лига Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити. Конечно, Олд Траффорд все-таки замечательный стадион. Атмосфера, конечно, здесь, ребята, ну, фантастическая. Несмотря на то, что я тренируюсь сейчас в Манчестер Сити, мне всегда нравился этот стадион. Ну и вот так вот выглядит таблица. В случае победы мы отрываемся аж на существенные 9 очков. Ну и, ребята, посмотрите внимательно, кто сегодня выходит у них. Олег Шатов? Серьезно? Чего, блин? Так, это точно Манчестер Юнайтед? Как они могли вообще купить Олега Шатова? Чёт, я, ребят, понять не могу. Удивительно, состав нам так и не показали. Я хотел бы посмотреть на этот состав. Я просто всю заставку сидел, ждал, пока мне покажут состав Манчестер Юнайтед. Потому что здесь просто очень странные ребята. Асенсио, Шатов. Что, блин? Так, и вот, кстати, момент, может быть, на первых же минутах. Ну и давай, Агуэро, забивай! Нифига себе. Вот это невезение. Дибала. Хорошая передача на Санны. Санны дальше через центр пытался сыграть. Чего больше делать точно не стоит. Дебрюйне молодец. Играем через фланги, короче. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А если бы сейчас залетело бы? Алексис Санчес. Там Уокер открывается. И опять свободный фланг. Уокер. Уокер на фланг и забивай, Санны. Да, 1-0. С одного фланга на другой мы забиваем этот мяч. Просто конфетка получилась передача. И там, кстати, косяк, огромный косяк человека, который не крыл фланг, на котором находился Сане. Все легко и просто вышло. Конагуэро на Санчеса. И оп. Оп, хорошая передача в центр. Конагуэро дальше, Алексис Санчес, 2-0. Игроки МЮ, наверное, такого даже не ожидали. Посмотрите, какая передача пошла на Агуэро. И какой отскок, просто. Просто чудесный отскок на Алексиса Санчеса. Ну и тут он разобрался. Ну, красиво, красиво. Опа, Лукаку, Карик, Шатов уходят. Ибрагимович, Погба, Решфорд приходят. Все, ответ уже сразу дан. Как быстро, как же быстро. Сейчас будет сложно нам, ух ты. Так, Алексис Санчес. Хорошо играет Алексис Санчес, бьет и... Ай, в итоге по фанатам МЮ попал. Так, подача, Ибрагимович, перекладина. А вот это уже интересно. Ой, плохой отскок, Бали, Матич, удар головой Мхитаряна, это гол, 2-1. Генрих Мхитарян делает счет 2-1. Матич в итоге классную передачу сделал, Алаба не смог сыграть на втором этаже. Алаба на фланге, передача в центр. И дальше сюда, туда и Дехея.
Бои идет в атаку, все идут в атаку. Поставлена, конечно, цель сегодня как минимум сыграть ничью у МЮ. Потому что именно этот результат может сейчас сохранить борьбу в таблице и в АПЛ. Так что сейчас нам, ребят, обязательно нужно охладить их пыл. И конкретно интересную тактику играют игроки МЮ. Оп, хорошо сыграл Агуэро. И вот выход 1-1. Бей, Агуэро, бей, это 3-1. Все. Я думаю, что это все. Не знаю, как вы думаете, но я думаю, что это все. Посмотрите. Фанаты МЮ просто возмущаются. Джонс, конечно, прокосяч. Как ребенка убрал его Агуэро и как забил. И счет на табло 3-1. Так, Алаба против Хитаряна. Подача снова пошла. И хорошо играет Де Брюйне. И сейчас бы дальше сыграть тоже хорошо. Но все, тут уже просто народ дофигища. Ибрагимович, какой гол. Это счет 3-2. Да, вот это матч, конечно, выдался. Так, смотрим на момент. И просто удар Ибрагимович. И тут же гол. Златан Ибрагимович забивает свой первый мяч в премьер-лиге. Забивает его Манчестеру Сити. Ну и все, ребят, мы побеждаем в этом матче. Берем эти важные 3 очка. И я скажу одно, что... Все вышло просто офигенно. Да, может быть, концовку смазали вот этим вот расслабленностью небольшой, когда я уже сказал, что все. Но, ребят, не судите строго, просто я уже был на коне и не хотел с него слезать. Бывает такое. Я благодарен своей команде, сегодня просто провели отличный матч. Посмотрите на эти оценочки. Молодцы, молодцы. У Шатова, кстати, оценка 6.0, а худшим игроком встречи признан Лукаку. И в итоге, ребят, после 16 тура таблица выглядит следующим образом. Манчестер Сити идет на первой строчке, Манчестер Юнайтед идет на второй. Отрыв у нас в 9 очков, это 3 победы Манчестер Юнайтед и 3 наших поражения. Надеюсь, я такого не допущу и не допущу того, чтобы они сравнялись с нами по очкам. Неожиданно Вест Бромвич идет на третьей строчке, Ливерпуль на четвертой, Арсенал шестая, ну тут скорее всего позиция нынешнего сейчас Арсенал в реальной жизни. И дальше, пожалуй, больше нечего отметить даже. Ну а на этом все, ребят, спасибо большое, что вы смотрели эту серию. Неожиданно вдруг мы увидели сегодня Шатова, да, в Манчестер Юнайтед. Я даже, наверное, в самых бурных фантазиях своих предположить не мог, что Шатов будет играть в Манчестер Юнайтед. Я в шоке. Я реально в шоке. Ну а то, что вы думаете по этому поводу, просто оставляйте в комментариях. Также не забываем подписываться, делиться видео с друзьями, если не сложно. Кстати, если вы делитесь, то, ребят, выход серии ускоряется. Как только мы соберем 1200 лайков, я пойду записывать новую серию. Ну а так, всем удачи и пока-пока-пока.